Еще пару недель, и у школьников начнутся долгожданные каникулы, а вот выпускников ждет очень важное испытание. Да, централизованное тестирование, как в этом году оно будет проходить, расскажет директор учреждения образования Республиканский институт контроля знаний, кандидат физико-математических наук, доцент Юрий Иванович Миксюк. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, как идет подготовка к ЦТ, может быть, в этом году есть какие-то нововведения? Ну, подготовка к ЦТ, она идет в течение всего года, поэтому на данном этапе она завершается. Я думаю, что абитуриенты все нововведения уже знают, и лучшая информация для них, что уже ничего нового не будет. Ну, а то, что случилось, то, что мы уменьшили шансы для недобросовестных абитуриентов, уменьшили часть автотеста, они с этим познакомились и на втором, и третьем репетиционном тестировании. Поэтому никаких неожиданностей не будет. Нужно просто приходить и показывать свои знания. Мы знаем, что в прошлом году опробировали новую систему подсчетов баллов ЦТ. Как бы вы оценили эффективность этого метода? Я бы сказал, что она себя полностью оправдала, потому что методика, она должна добросовестно, объективно и справедливо оценивать каждого абитуриента, что, в принципе, нынешняя методика и делает. Она не просто ранжирует абитуриентов, она оценивает их знания в абсолютных величинах и справедливо оценивает. И я думаю, что эта методика, она еще послужит и в дальнейшем при оценке знаний выпускников школ. А может быть, вот обсудим такой важный момент с учетом развития информационных технологий. Как меняется централизованное тестирование? Конечно, оно идет в ногу с развитием этих технологий. И жизнь, особенно прошлый год, подталкивает к внедрению этих технологий. Мы внедрили онлайн-тестирование репетиционное. Это очень удобная возможность для тех, кто по каким-то причинам не может поучаствовать в планочном тестировании. В этом году мы еще более усовершенствовали регистрацию на централизованное тестирование, тоже через личный кабинет. Это достаточно удобно. Но вместе с тем все эти шаги, которые мы делаем или будем делать, они должны направлены на то, чтобы помочь оценить знания абитуриентов, но мы именно знания должны оценивать, а не владение ими технологиями. Поэтому Правильно, то мало ли кто-то хитрый с часами такими. Совершенно верно. Ответ ему прислали, и все. Ну, насколько я знаю, с часами такими нельзя приходить на экзамен. Нельзя. Не с часами, с любым носителем информации, прибором, который принимает, передает информацию. То есть с этим, конечно, все строго, потому что экзамен с высокими ставками, и поэтому все должно быть справедливо, объективно в интересах всех абитуриентов. Ну, кстати, Жан, ты хорошую тему затронул, да? С какими нарушениями вы чаще всего сталкиваетесь? Как раз с такими нарушениями, что абитуриенты забывают сдать мобильные телефоны или еще какие-то гаджеты. С этим все очень строго, не раз напоминается. Но вообще про все то, что нельзя делать, очень хорошо сказано в памятке для абитуриента. И поэтому, конечно же, надо абитуриентам внимательно почитать. Нельзя пользоваться никакими источниками информации, так называемыми шпаргалками. А что, до сих пор приносят и шпаргалки? На самом деле это не распространенное нарушение. Если говорить о прошлом годе, то было выявлено только один такой случай. В целом абитуриенты дисциплинированные, понимают, что другого шанса сдать экзамены, поучаствовать в конкурсе не будет. Слишком, по сути, риск большой. На кону судьба человека, можно и так сказать. Совершенно верно. Я, кстати, отчасти с этим мнением не согласен. Судьба человека, мне кажется, не на кону. Почему? Просто когда студента, выпускника пичкают информацией, что все, если не дай бог что-то произойдет, ты не поступишь, то жизнь кончается, он идет на таком стрессе. Это не передать словами. Поэтому мне кажется, в первую
первую очередь нужно говорить о том, что это очередной этап, который позволит тебе продолжить обучение, получать высшее образование, но никак не то, что жизнь заканчивается. Потому что многие с этим и идут. Ни в коем случае не заканчивается. Но судьба в том плане, что если человек пришел на экзамен, он сдаст, ну, и принес шпаргалку или пронес с собой телефон, он сдаст в следующем году. Да. Ну вот в этом плане судьба, понимаешь, что он будет этот год целый делать, понимаешь? Благодарю. Коллега, согласен. Давайте затронем такую важную тему. Бытует мнение, что само централизованное тестирование лишает возможности преподавателей оценивать, как студент думает, как идет мыслительный процесс, творческую составляющую. Ну, на самом деле, любая система оценки знания, она имеет как достоинство недостатки. Поэтому, если говорить о тесте, о централизованном тестировании, то можно говорить о том, что что-то не удается увидеть, хотя сопоставительные исследования, которые проводятся в разных странах, говорят о том, что если человек хорошо отвечает и сдает тесты, то он вполне точно так же и более развернутые ответы дает. Но важно то, что тест дает возможность в короткое время оценить знания по очень широкому кругу вопросов, что очень важно, чтобы не было, опять же, случайностей, что какой-то ты вопрос знаешь, какой-то нет. Тест дает абитуриенту психологически настроиться, успокоиться, настроиться на работу. Он позволяет уйти от субъективного отношения преподавателя. Ну, то есть много достоинств. Хотя, конечно же, там, где необходимы и другие формы, то есть они должны использоваться. То есть там, где это невозможно заформализовать, вот, испытания, вот, различные творческие специальности, они предполагают еще и дополнительные формы собеседования, экзамены, устные экзамены. Там. Вот. Ну, я думаю, что и иностранный язык предполагает не только знание грамматики, но и аудирование. То есть, мне кажется, это такая вечная тема, на которую можно очень долго дискутировать. Это такое поле для общения. И одна сторона имеет место быть, и вторая. Ну, тут они есть тест, должны тест дополнять друг друга, да, вот эти формы. Да. Кстати, сейчас много разговоров о том, чтобы выпускные экзамены за курс средней школы заменить комплексным общеобразовательным тестом. Насколько реальна эта перспектива? Это вполне реально. Я бы даже сказал, что может быть и полезно, поскольку это мировая практика, независимой все-таки экспертной оценки знаний. Это дисциплинирует всех участников образовательного процесса, настраивает на то, что, ну, только знания, они вот объективно лягут в копилку и дадут какие-то приоритеты при дальнейшем учебе или в жизни. То есть поэтому это будет объективная оценка знаний, более объективная. Хочется обратиться ко всем абитуриентам. Ребята, с холодной головой, со спокойными нервами, насколько это возможно, приходите сдавать централизованное тестирование. Ну а мы, в свою очередь, с Данилой желаем вам, чтобы ваши цели были достигнуты. Ну а я напомню, что у нас сегодня в гостях был директор учреждения образования Республиканский институт контроля знаний, кандидат физико-математических наук, доцент Юрий Иванович Миксюк. Хорошего дня мы вам желаем. Вам также.